Всем привет, с вами Матмёт, мы продолжаем играть в Outlast. Так, и нам надо спустить воду. Чё-то, блин, было. Ой-ой-ой. Да ну тебя. В жопу. Ползи куда-нибудь. Фух, чёрт. Вроде я смотался. Вот гнида, а. Так, ну смотался я туда, откуда я пришел. Угу, куда-то налево он свалил. Воду, открыв две заслонки. Так, вроде музычка прошла. Давайте куда-то направо пока сходим. Не думаю, что тут на него опять наткнемся. Где-то там носится. Чему от нас надо вообще? Хочет оторвать нам, наверное, голову. Гнида. Честно, мне кажется, то, что я сейчас сделаю вот это вот, и он опять ко мне придет. Да, вот кто-то бежит уже. И сейчас начнет нам выбивать дверь. Как обычно. Так, ждем, ждем. Это стопудово произойдет. Ну, конечно же. Как без этого, блин. Вот он, гангстер. Приперся. Падла. Не трогай. Сука. Черт, как он меня спалил. Давайте сгоняем сюда, раз такое дело. Окей, где мы оказались? Ну, сюда он явно не пролезет. Сильно толстый. Явно нас не достанет. Так. Где-то он тут гремит. Тварь.
Идет проверять, походу, ту часть здания. Как-то смешно, он перепрыгнул. Так, все, пора сваливать. Не пойму, как у нас в ящике нашел в том. Да блин, скоро мы уже слезем. Надеюсь, он за нами не полезет. Жирная сволочь. Что-то вообще нифига не видно. Ну, вообще ничего. Эй, куда нам идти? Походу, первоначально я правильно шел. Так, если вот лестница. Что-то я перепрыгнул. По какой-то трубе я ориентируюсь. Да ну хорош. Так, явно куда-то выйду сейчас. Трупачок. Сука. Как же мне выбраться? Куда я вообще прусь, блин? Хренема. По воде, наверное, надо идти, которая вот капает. Блять. Вообще не догоняю. Так вот, куда-то направо проход. И вот все уходит. Чтобы заменить батарею, нажмите R. Окей. Вот видно, лучше стало сразу. Блин, ну конечно, вот так вот намного лучше видно. На самом деле. То я что-то как мудак бегаю с хреновой батареей и ничего не вижу. Парило. Блин, оттуда мы пришли. Черт. Так, тут ни хрена ничего нету. Тут тоже тупик. Блин, значит, куда-то все-таки сюда. И блин, а как я мог это не заметить? Надеюсь, то, что я пришел не туда, откуда я вылез. Точнее, залез сюда. Да, вроде. Не, вроде другое, да, место. Хотя не, ни хрена это. Блять. Супер. Приперся туда, откуда вылез. Сейчас еще нас жердя этот заметит, будет вообще классно. Так, все, надо валить по-быстрому туда, где надо. Куда надо идти. Вот сюда. И кто это был? Я надеюсь, не жердяй тот, от которого мы носимся уже пол игры.
Да. Найдите выход из канализации. Кого-то там, походу, убивают, наверное, грузины нашли какую-то жертву и делают анальную расправу с ней. Сделать, найдите выход из канализации, но это что-то я не знаю, то что я нашел, по-моему, еще дальше в канализацию ведет. Да черт, конечно, я понял в этой игре такой принцип, то что бы ты ни нашел, это все правильно, потому что тут только один выход. Ух ты ж, блин, кровавые реки. Закрыто. Конечно же. Так как она тут более светлее, там более бордовая, значит, где-то там оттуда течет кровь, и ясен хрен, нам туда надо идти. Трупачок один и скинули. Черт подери, что тут за кровавое месиво происходит вообще? Под водичкой хоть искупаться. Вот кишки чьи-то висят. Ладно, хорош снимать, что-то я постоянно с видеокамерой лазю. Или нет? Ох, что-то за звуки. Что вообще за херня там бултыхнулась? Чья-то голова. Так и думал. Ползем, какая-то тварь последняя, по канализациям, по каким-то маленьким трубам, каким-то засранным проходам. Ну, конечно, тут закрыто. Поползли сюда. По-пластунски. Да, бедный репортер, наверное, все нервы истрепал с такой работенкой. Да, у него после этого репортажа, я думаю, у самого крыша съедет. Угу, две двери. Это какая-то вся мята. Ну, уже все. Не торкают меня такие вещи, не напугал ты меня. Господи, что у тебя с зубами? Что у тебя с мордой? Ну, реально, мне уже от такой фигни не страшно. Поначалу, да, немножко было. Так, надо заменить батарею. Чтобы видно было лучше. Хорошо. Ну, конечно, нам. А, нет. Я думал, нам туда, в какую-то дырку в ту лезть надо. Что-то я уже путаться начинаю. Найти выход из канализации.
Мне батарею найти. Всего 3 осталось. О, выход, выход. Так, хорошо и... Куда нам? Боже, что-то упало. Походу куда-то вот сюда нам надо. Что-то вообще стрёмно. Опять тварь. Давайте-ка сгоняем вот сюда куда-то. По канализации придется опять к нему ползать. Заподозрил. Так, тут выхода нету. Тут выхода нету. Где он вообще лазит? Блин, на батарее садится, как обычно. Перед нами прям вылезет гнида. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот куда-то я вроде двигаюсь. Черт. Походу я отсюда пришел. Падла. Ну, логично то, что если он там стоит, нам как-то через него надо пройти, наверное. Поэтому куда-то вперед будем двигаться. Блять. Весь периметр попробую обчесать. Блин, и батареи уже нету ни хрена. Что-то сильно часто просто я камерой пользуюсь. Угу. Вот это похоже на то, что нам сюда можно забраться и куда-то залезть. Нет. Я ошибся. Вон что-то. Вон лестница. Так думал, он что-то такое сторожит. Такс. Вот и все. Показали ему наше акробатическое мастерство. Давай, жирный. Попробуй залезть. Угу, хрена с два у тебя получится. Мало батареи, надо камеру. Блин, черт, отвали от меня. Блин, 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 блин. Майлвард. Черт. Опять в канализацию попал. Ладно, с вами был Матмёт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, надеюсь, мы все-таки в следующем летсплее выберемся из этой вонючей канализации.